А ты чего ждешь? Хочу включить и сказать. Ты уже включил, да? Говори. А, да? Просто, чтобы тихо было. Завтра мы съезжаем с этого номера. Адского. По-другому не назовешь. Это же невыносимый номер какой-то, если честно. Из плюсов что здесь? Ну вот, вот есть вот этот самый кондиционер. Это базовая потребность. Да, окна нету. Что-то еще есть. Бутылки с водой есть, чайник. Да? Мыло дают, чайник дают, убирают каждый день. Постель практически каждый день. Постель меняют каждый день. Шампуни дают, фен есть. Туалетную бумагу дают. Полотенце дают. Да, ну и еще, когда мы продлевали, нам уже скидку дали. То есть нам один номер, получается, в день выходил 75 рингит. Вместе с этой... С учетом таксы, которая там 10 рингит берется за туристический сбор. Вообще уже. То есть, по сути, да, 65 плюс 10. Я за все 75 рингит. До этого мы как первый раз съезжали, сколько было? Заплатили, не помнишь? В районе, наверное, 80 с чем-то или 90 даже, да? Да, что-то такое. В общем, дороже. Нам сделали скидку. В принципе, здесь есть персонал хороший, есть, ну... Так себе. Так себе, да. А вот, вот эта долбежка, я не знаю, слышно ее, наверное, не слышно. Жалко, что нет усилителя звука, я бы сделал сильней. Короче, за стеной постоянно ночью дискотека какая-то. И это сколько уже длится? Да каждый день практически. Только, по-моему, я не знаю, как-то вот не играла музыка. Позавчера тихо было. То есть почти всю неделю, да? Или каждый сколько? День. Сколько мы тут уже живем-то? Полторы недели. Полторы недели живем, и вот за это время почти каждый день... Ну, может, один раз или два раза не играла. Да, остальное все время долбежка вот эта по ночам. Электричество, что тут все нормально, за исключением, что розетку надо с собой брать, вилку, либо покупать ее, потому что у них нету. Телевизор мы не смотрим. Интернет более-менее нормальный, иногда я бы не сказала, обрывается. Ну так, более-менее, короче. Конечно, в Бангкоке интернет круче на порядок. Здесь интернет такой, плавающий. То хорошо, то плохо. Свет, ну, более-менее... Без окна, конечно, приходится с этим светом все время дружить. И что еще тут получается? Ну, душ. Душ есть. Душ нормальный. Вентилятор, правда, если включить, он будет жужжать там бесконечно. Вот такая душевая здесь, это самое. Ну, в общем, так, конечно, без окна жить на самом деле тяжело. Потому что ты не понимаешь день-ночь. Проветрить ты не можешь. Здесь двери открываются, ты в коридор выходишь. Окон тоже нету. То есть ты в каком-то лабиринте закупоренном. Вот все, что тебя спасает, это кондиционер. И все. Так что номер так себе, конечно. Так себе номер. Но... В общем, вот, вот здесь уголочек такой. Уже почти вещи собрали. Вот, рекомендую брать вот такую вещь, как удлинитель. Очень полезная вещь. Вот и все, собственно. Живет здесь это номер на 7-м этаже. Еще долбежка. Я не знаю, где же это у них дискотека, так и непонятно. Что она на крыше у них расположена. Неясно. Вот такой вот интересный Сант-Пипер гостиница. Такая забавная.